после натирания поверхность приобретает такой матовый блеск, и даже по тактильным ощущениям чувствуется разница. Тут это по составу масла, если посмотреть, тут указано, в принципе, натуральные масла, дисперсия акрилата, пигменты, вода, гликоли, гликолевые эфиры, добавки. Ну, больше, собственно говоря, насчет твердых восков я тут ничего не вижу. Наверное, это имеется в виду под добавками. То есть это масло напоминает, в принципе, мастику для пола, то есть обладает свойством натираемости, скажем так. Масло для террас, оказывается. То есть для уличного применения и для комнатного. Ну вот разница с сухим абрикосом. Кусочки остались. Вот груша еще. Клен. Слабенький клен, конечно, взял. Надо будет найти что-то посерьезнее. Будет как образец текстуры. А то типа рамки делаешь там или что-нибудь такое показываешь людям. Кому-то что-то понравилось, забирают. Ну а так Вайма, технологическое оборудование, я думаю, желания забирать ни у кого не будет. И останется на что посмотреть. Похоже, эта ручка будет поинтереснее.